хотят меня окружить, но они еще не знают, чего ожидать. Черт, хотел взять катану. Да я, по-моему, просто плечом его задел, и он уже отъехал. Классный протез, дружище. Уворачиваюсь. Это все, на что вы способны? Косо стрелять? Да вы как якуная бросаю. Да, иногда, конечно, лезвиями вперед не получается бросать на дикуна. Они просто отлетают. Куда? Куда делся Куне? Проткнул в задницу. А ты куда смотришь, дружище? Наверное, что там кого-то найдешь. Да, они между собой меситься начинают. Эй, умри!
Ловите, ребята. Сегодня Куная бесплатная за мой счет. Так, отлично. Они между собой снова перестреливаются. Очередная междоусобица. Так, ну и теперь атакуем. Лоб в лоб. Вот здесь прямо отличное место. Оказываюсь у них в тылу. Они продолжают спавниться. Сначала разберусь с этими. Это были удары кузнечика. Жалко, эта модификация еще не грейдит меч. Чтобы, ну, пробивная сила была чуть получше. Буквально чуть-чуть. Можно, конечно, этих ребят вот так протыкать. Проходим головоломку. К счастью, человеческий интеллект справляется с любыми подобными задачами. Подкрадываемся. Отличный прыжок, дружище. Видите, они избегают меня. Они боятся. Они чувствуют сильного противника. Даже эти бездушные твари ощущают опасность. Лучше не вставайте, ребята. Я предупреждал. Я просто головой их уничтожаю. Так сойдет. Я так планировал. Да что, два раза я нажимаю, что один раз я нажимаю кучу всякого вооружения, в итоге вспомню. Thank you.
Ой, зря я сюда отправился.